А между тем, так это просто. В один бы день, в один бы час все бы сразу устроилось. Главное, люби других, как себя. Вот что главное. И это все. Больше ровно ничего не надо. Тот час найдешь, как устроиться. А между тем, ведь это только старая истина, которую биллион раз повторяли и читали. Да ведь не ужилась же. Сознание жизни выше жизни. Знание законов счастья выше счастья. Вот с чем бороться надо. И буду. Если только все захотят, то сейчас все устроится. На мои глаза попалось, пусть небольшой рассказ, небольшое произведение, но Достоевский написал в конце жизни это произведение, в 1877 году. И это как бы итог, итог всего его поиска и ответа на вопрос, почему же человек должен поступать так, как он должен быть счастливым. Что интересно в этом рассказе? Человек, он понимает, что он смешон. Его это мучает. Он чувствует свою неполноценность в чем-то. И вот однажды вечером, идя домой, он видит звезду и принимает решение, что это знак. И он сегодня покончит жизнь самоубийством. Но навстречу выбегает девочка. Она плачет. Она зовет его помочь своей маме. Но он думает, нет, моя жизнь должна сегодня закончиться. Он ее отталкивает. Он не помогает ей и идет дальше. Придя домой, сев за стол, он готовится к последнему шагу в своей жизни. Он начинает думать о том, что все-таки он неправильно поступил с этой девочкой, что нужно было помочь ей. И, мучаясь над этим, он засыпает. Он видит свою смерть, он видит похороны. И затем он летит высоко и попадает на планету, которая похожа на Землю. Только люди там счастливы. И люди эти, они без греха. Они любят друг друга, они улыбаются. Они любят его таким, какой он есть. Но потом он их развращает. Он не понимает, как. То ли каким-то кокетством, то ли каким-то словом. Но он их развращает. Им начинает приходить чувство ревности, страсти, злобы. Проливается первая кровь. И он понимает, что он совершил что-то ужасное. Он просит этих людей их распять, его распять. И в этот момент он просыпается и говорит: «Я понял истину, и я буду проповедовать эту истину. Самое главное – это любить ближнего, как самого себя». К этому произведению нужно дойти, нужно пережить, конечно, очень много, чтобы понять эту суть. Я думаю, что дети, которые пережили у нас войну и которые очень много видели уже, я думаю, что они поймут эти строки.